Так, ну что ж, здравствуйте, господа. Продолжаем прохождение Death Stranding. До сих пор эпизод 2 идет, но он, конечно, долго, если честно. Там собака где-то воет. Так, нам нужно собрать какие-то кристаллы, короче. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готов. Все оружие сканирую. Так, кристаллы. Вот в этой области находятся кристаллы. Счастливого пути. Оружие разрешено. Хиральные кристаллы невелики, их трудно заметить. Используй Одрадек, чтобы выбрать правильное направление. Если хочешь разведать большую территорию, построй сторожевую вышку и используй ее сенсоры. Почти у цели. Я тут не один. Thank you.
Расслабься, Сэм. Ты выбрался с территории тварей. Во всем этом виноват выход смерти. Появление гейзеров, гибель Америки, во всем. Он изменил мир до неузнаваемости. Людям пришлось бежать, словно крысам с тонущего корабля. Но бежать просто... Нам, мне, наверное, надо обратно. Если мы хотим выжить, нужно найти что-то. Надо же вырубить это. Ты еще. Способ победить тварей, выход смерти и весь этот ужас. Ладно, это было легко. Принес там хиральные кристаллы. Эти кристаллы формируются только... Похоже, техники... Из таких хранилищ можно брать материал. Ой, ёпт, я вот просто вот посмотрите на это. Я перспективный грузчик. Пойду в Delivery Club работать. Как это скажу? Пока не забыл. Это тебя. Тачки, а, пожалуйста. Это специальный спрей для ремонта грузовых контейнеров. Mm. Спасает даже от разъедания темпоральным дождем. Он поможет, если тебе и грузу здорово досталось. Мы до... Спасибо. До встречи. Есть связь между повышенной концентрацией хирали. Возможно, это результат расширения сети. Но не... Если найдешь еще кристаллы, то можешь оставить в одном из коп. И любые другие результаты. Что с лисинкой не так? Почему она у меня... Да, блядь, тут... Да нет, нет.
Туда. Добавили схему моста в твой ПХК. Сначала тебе нужно заложить основание, а потом добавляй нужные материалы до окончания постройки. Мосты пригодились бы многим рекам и каньонам, знаешь ли. Ты точно не пожалеешь о потраченных усилиях, когда пройдешься по построенному тобой мосту. Попробуй. При помощи Z. Так, а зачем мне? Я же вроде все забрал.
Сканирую. Счастливого пути. Сэм, погоди. Без нужных ресурсов ты этот мост не достроишь. Нет смысла отправляться на место без них. Забери все, что мы тебе выделили. Что вы выделили? Вы ничего не... Металлы. Да вы прикалываетесь, я же не знаю.
Так, Сэм, доберись до места, где нужно построить мост. Фундаменты уже должны быть на месте. С твоей помощью мы в два счета закончим. Рядом должен быть терминал. Передай через него материалы. Килограмм не так... И охренеть он мощный, да? 125 килограмм на себе, да? Сэм, ты добрался до места. Ищи терминал поблизости. Передай через него материалы. Любой путник или курьер, что окажется рядом, будет благодарен. Высматривай и другие места, где мог бы пригодиться мост. Да, высматривай другие места. Туды пойдем, вон туды наверх. Блин, мне это было бы круто, мне кажется, с мотиком. Но я не знаю, как это получить мотик, наверное, может еще не время, чтобы получить мотик. Всегда это будет долго. Delivery Club, я вижу. Опачки, вижу груз, хватаю груз. Thank you.
Ё-моё, вот это высоковато. Вот. Ну что ж. Не знаю, зачем это растение, но я его возьму. Там еще эти черни, ну нет. Как мне? Честно. А я только даже половину лес не прошел. Так, ладно. Oh.
Блин, а когда вторая часть перед закончить, я вроде уже так нормально пошел. Сканирую. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Этот прибор был... Да и друг... На... Можно? Ну что? Невероятно. О, да ладно. Как ты это дотащил? Да. Летаешь? Как ты думаешь? Без твоей помощи. Ограниченная мощность, и каждая твоя постройка. Но... Серьезно, это вот это вот сколько еще там будет, да? Огромное. Мы все сделали вовремя. Спасибо. Говори. То, что ты делаешь, невероятно. Она про... Амелия указывала путь, а я... Ну, когда... Сэм, на... Я провел эксперимент. Похоже, ты что-то обнаружил. Мы распылили образец твоей крови на территории тварей и обнаружили, что это пока не точно. Но мама, прототип... И тогда тебе нужно будет его... Сэм, это иди... Мы подключили к хиральной сети почти весь регион. Вернись в столичный узел и возьми припасы для портового. Когда при... И еще. Курьеры редко добираются до этой электростанции. Когда будешь там, возьми имеющиеся заказы. Если есть работа, не возвращайся с пустыми руками. Зайди в тот терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Поздравляю, Сэм. Теперь ты можешь брать общие заказы. Естественно, они менее важны. Но если тебе по пути... Пусть... Это довольно необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Как можно быстрее, да я понял. Отлично. Ветровая электростанция, которую ты добыл, очень важна для нашего дальнейшего развития. В качестве награды я кое-что добыл. Он перезаряжает аккумуляторы устройств, находящихся рядом. В том числе машин, байков и другой техники.
датчики обновлены. Установлен лимит времени. Thank you.
Отлично. Шикарное было сопровождение. Музыкально. Расслабляет. Не знаю, кто сделал бы. И для помощи сложно поверить. Потом думаю, удачи. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше. Если оставишь лишние материалы в комплексе, они добавятся к его запасам. Потом с их помощью ты можешь изготовить... Но по... не увлек... Спасибо за ваш вклад.
Ну что ж, блин, это был Death Stranding. Вот, собственно говоря, в следующий раз продолжим, а то это очень утомительные долгие походы. Вот, всем спасибо огромное, всем пока-пока, подписывайтесь на канал.